Добро пожаловать на мой канал. Сейчас мы с вами сделаем мощную нейромедитацию на примирение с вашим любимым человеком. После этой медитации он обязательно объявится. Это мощный проверенный метод. Он очень быстро выйдет на связь. Возможно, он придет к вам помириться. Или ваши отношения улучшатся, если сейчас вы вместе, но между вами какой-то холодок. Эту практику лучше делать с утра и вечером, минимум 14 дней. Возможно, ваш любимый объявится раньше. Как и все мои мощные практики на примирение с любимым, нужно делать только в том случае, если вы действительно хотите быть с этим человеком в отношениях, жить вместе, если вы действительно любите этого человека, тогда обязательно действуйте, делайте эту практику, и она вам поможет. Но если вы просто хотите поиграться с человеком, чтобы он позвонил, а вы не взяли трубку, или как-то проучить его, лучше эти техники не делать, потому что это мощные, серьезные практики, которые помогают именно в любви. И еще очень важный момент. Когда вы сделаете эту практику в течение дня, ни в коем случае не ждите от него письма, или звонка, или то, что он придет, как-то объявится. Занимайтесь собой, занимайтесь своими делами. Наоборот, вовлекайтесь в какие-то свои хобби, в работу. Ну, например, идите с друзьями, играйте в боулинг. Думайте только об игре, думайте о работе, о чем угодно занимайтесь. Если вам сложно о нем не думать, обязательно займите свое мышление собой, своими хоббими, своими ситуациями какими-то, но не думайте о нем, тем более не ждите от него звонков и писем. Потому что когда вы ждете, вы направляете свою энергию ожидания и нехватки ему. И ему уже не будет смысла никакого вам писать, звонить, потому что он и так от вас на энергетическом уровне получает энергию. Так что вам нужно думать только о себе, заботиться о себе и любить себя. Напишет, вот тогда и будете общаться. Давайте скорее приступим к исполнению этой мощной нейромедитации на примирение, после которой ваш мужчина объявится быстро. Устройтесь поудобнее, сидя на кресле или лежа, как вам удобно. Закройте свои прекрасные глаза. Полностью расслабьтесь. Наблюдайте за своим дыханием. Сделайте глубокий вдох. Медленный выдох. Еще один глубокий вдох. И медленный выдох. Расслабьте лицо, расслабьте свои глаза, подбородок. Сделайте еще один глубокий вдох и медленный выдох. Ваше тело расслабляется, расслабляются руки, ноги, живот, грудная клетка. Вам хорошо, приятно и спокойно. Вы полностью расслаблены. Тело становится невесомым. Вы в безопасности. Представьте, что вы находитесь в приятном теплом месте. Вам комфортно, радостно на душе, вам хорошо. Вы ощущаете состояние счастья, покоя, состояние полета. Вы знаете, что вам все по плечу.
И вот вы находитесь в этом комфортном месте. У каждого это место свое. У кого-то это будет берег моря, у кого-то поляна или собственный дом. Главное, что в этом месте вас никто не побеспокоит. Вам полностью комфортно. Вы счастливы. И сейчас издалека на горизонте вы видите человека, в которого вы влюблены. Он еще находится очень далеко. Еле-еле видны его очертания. Но с каждой секундой он приближается к вам все ближе и ближе. Его образ, его лицо, тело, очертания его фигуры становятся все четче, ярче. Он подходит к вам все ближе. Он подошел к вам настолько близко, что вы находитесь с ним нос к носу. Он стоит рядом. Вы чувствуете его тепло, аромат. Ощущаете энергию любви, которая исходит от него. Он улыбается вам. И сейчас он берет вас за руки. Вы чувствуете тепло его ладоней. Вам приятно, комфортно. Вы счастливы. Вы ощущаете эти приятные вибрации любви через свои руки. Они разливаются по всему телу. Вы ощущаете эту приятную волну. Ваш любимый стоит к вам очень близко, держит вас за руки. Его нос касается вашего носика. Вы полностью счастливы. Вам хорошо. Вы рядом, друг с другом, держитесь за руки. Он улыбается вам. И сейчас мысленно или про себя вслух скажите вашему возлюбленному: «Тебе со мной хорошо. Тебе со мной комфортно. Тебе со мной тепло. Тебе со мной хорошо. Я важна. Я нужна. Я любима. Я шикарная женщина. Тебе со мной хорошо». И сейчас вы ощущаете еще большую волну. Волну любви, радости, гармонии и счастья, состояние полета. Вспомните, как вам было действительно хорошо вместе в прошлом. Ощутите это сейчас, то же самое ощущение радости и комфорта. И сейчас представьте, как будто образ вашего любимого мужчины испаряется в золотистом облачке или в золотистом дожде. И снова, заново,
появляется где-то издалека белый экран, и вновь издалека, еще очень далеко, вы видите своего любимого. Пока его черты еще не ясны. Он приближается к вам все ближе и ближе. Его фигура уже проясняется. Вы видите отчетливо его лицо. Видите четко его фигуру, во что он одет. Он одет так, как обычно одевался раньше с вами, когда вы были с ним рядом. Он подходит все ближе и ближе. Сейчас он подходит к вам близко-близко. И словно дуновение ветра, его носик касается вашего носика. Он снова берет вас за руки. И вы сейчас из своего сердца представьте поток золотистого света, который проходит через ваши руки и наполняет через его руки все его существо. Вы и ваш мужчина светитесь, как единое солнышко. Вам приятно, комфортно, тепло, хорошо. Ваш любимый держит вас за руки. Вы счастливы, он близко, рядом. Сейчас, пожалуйста, вспомните те моменты из вашего прошлого, счастливые, прекрасные моменты, когда вы действительно были счастливы рядом с ним. Сейчас вы видите улыбку на его лице. Мысленно скажите ему: «Я прощаю тебя. Я благодарю тебя. Я счастлива. Я любима. Тебе со мной хорошо. Тебе со мной комфортно». И сейчас побудьте еще в этом состоянии, держась за руки друг с другом. Вспомните еще какие-то моменты из ваших прошлых отношений, когда вы были на пике счастья рядом с этим человеком. Ощутите это всем своим телом, эмоциями, каждой клеточкой своего тела. Ощутите это счастье сейчас. Вам хорошо, приятно и комфортно. Вы радуетесь. Возможно, вы вместе где-то ездили, гуляли. Все это вспомните сейчас, самые прекрасные моменты. Только положительные, позитивные эмоции, которые вы испытывали, находясь рядом друг с другом. Сейчас в вашем воображении вы стоите рядом друг с другом, вместе, держась за руки, очень близко. Вы практически в его объятиях. Вам хорошо и комфортно. Побудьте еще в этом состоянии какое-то время наедине со своим любимым. И когда почувствуете отклик от своего тела, что хотите потянуться, только тогда потихонечку открывайте глаза, вставайте. А сейчас я оставлю вас наедине со своим любимым, с вашим человеком. Музыка еще будет играть, чтобы вы ощущали эти приятные эмоции, держась за руки, обменивались энергией через руки.
счастье и любовь и радость. Ощущайте эти чувства рядом со своим любимым. Thank you.